Произвольную программу представляет Александра Трусова. Космос отправляется команда «Синих», и для того, чтобы покорить космические просторы, у этого коллектива есть самый, что ни на есть, лучший материал. Русская ракета Александра Трусова покоряет безвоздушное пространство. Произвольная программа Александры под пристальным взглядом публики и тренеров. За океаном живет Рокетмен, а у нас здесь своя русская ракета Саша, Сашенька Трусова. Как же я ей благодарен. Когда-то Жозе Мауриньо сказал,
Я подстригся и готов к войне. Вот и я подстригся и был готов к этой войне. И в моей команде настоящие воины. Такие, как эта хрупкая девочка, которая пошла во второй части программы на сложнейший четверной тулуп и сделала его. И вообще потом лепила каскады с двух тройных. Луци, Ридбергер, боже мой, божечки мой. Сейчас я буду спрашивать великого Евгения Плющенко. Жень, расскажи нам что-нибудь. Что-нибудь рассказать. Чего, все нормально, рабочий прокат. Будем двигаться дальше. У нас впереди чемпионат мира, поэтому будем двигаться дальше. Все в порядке. Чемпионат мира, какой настрой? Такой же, как у тебя. Только вперед. Только побеждать. Конечно. Только побеждать. Спасибо за эту работу. Здорово. Здорово. Как они ухитряются сохранять спокойствие, искренне не понимаю. Зал волнуется, как море. И раз, и два, и три. И это в пределах только одного коротенького прыжкового элемента. Смотрите, что творит Александра Трусова. Российское ракетостроение может быть абсолютно спокойно, когда выходят вот такие потрясающие фигуристки. Космос будет покорен. 100%. Три четверных прыжка попробовала исполнить в своей программе. Жень, что в Инстаграме выложишь сегодня? Посмотрим, подумаем, подожди. Дай вначале оценки посмотрим, потом разберем и выложим чего-нибудь. Я хочу поблагодарить болельщиков на самом деле. Вот. Поддерживаю Сашу очень сильно, поэтому спасибо огромное. Фанатов очень много, болельщиков очень много. Мы будем стараться и работать дальше, не подведем. И вновь зашкаливает концентрация двукратных олимпийских чемпионов на квадратный метр. Евгений Плющенко, Максим Троньков, рядом с ними хрупкая, но очень сильная Александра Трусова. Это был заключительный номер выступления команды «Синих». 163 балла набирает Александра Трусова и ее итог. Итог, который она подводит к выступлению своей команды. 2.606. Именно к этому результату будет сейчас стремиться вытащившая в очередной раз заключительный стартовый номер.